Ну, как в дурдоме. Как Версаль подъезд. Но это не каждому нравится. Я бы не хотел бы заходить в такой наляпистый подъезд. Вот ко мне заходит, смотри, цветочки. Вот это красиво. Окна новые, цветы. Да, окна молодцы. Вот так. Обои нужны. Да, сейчас. И люстра большая. И голая женщина лежит. Как Игорь все мечтает. Статуи на окнах. Смотри, как красиво. Что, разве плохо? Чудесно. Красивые подоконники. Нравится. Все крашено, белено. Худо-бедно. Зато чистенько. Королева восторг. Королева восхищения. А тут смотри, как... Ой, думал, украли уже вазон. А их два. Видишь, как... Как живые. Розы. Ты тут размываешься, подожди. Я Игорь, очнись. Я же ведь ягод размываюсь. Еще там, вот, в подъезде, на улице. И тут пьяная вишня, не заходь. Пьяная. Да, Томасик. Скажи, друзья, пришли мы. Ты знаешь их всех. Это таможня. Это таможня. Включай свет, Игорь. Тут? Ой, трусы мои валяются. Игорь, подними трусы мои. С кадра. Куда их? Да это маска. А я думал, что это, что, на... стринги. Что это на одну ногу, а это на вторую. Ну так, так можно, да, я так одеваю. Да? Да, нет, для шутки. У меня сегодня прибрано, я знал, что вы придете. Ой. Так, вешайте в это самое курточки, в это самое. Ты собирался сегодня, психовал, ты красный на подходе. Что? Не хватает мне вот этих побольше... Ну что, ну говори, говори. Обязательно. Ну обязательно, говори, что не хватает? Вот таких тебе всяких фарфоровых фигурок. Да иди ты знаешь куда. Знаешь, они немножко уют. Не. Включишь этот нам потискать? Да. Так, дают, все конечно. Сделаю. А ты еще его слушаешь? Леша, я последнее время не слушал, потому что оно было, тот цветок стоял. А что ты так загадочно смотришь? Савелий, да. Похудел я. А ну еще раз майку пойди. Не, ну что тебе там торчит, я не пью? Вырежи. Как это камеру вырезать, если оно не вырезает. Помнишь, уже вылазил такой, но немножко... Красиво. Что красиво. Похудел. Леша, ты эту картину видел? Игорь, ты видел эту картину? Я видел, да. Хорошая. Угу. Слушай, а ты рамку не хочешь переделать такую сюда? Переделаю, да. Да. Мне другая нравится, я сделаю другую рамку. Это рисованная? Ну а что, фотография что? Конечно. А ну покажи. Вот эту. Не, вот ту. Игорь, дай ему гляну. Вот такую надо туда рамку. Вот издалека, если ее поставить и посмотреть, ну, знаешь, как она интересна. Он поставь ее, иди в спальню и посмотри. На кровати отойди, глянь. Так, ну хорошо, ты мне скажи, это, что? Когда ты повесишь уже все это на место? Ну вот когда повешу, бачишь, это я рамку сделал. Я вижу. Ты же хочу пластинки там достать. Когда ты повесишь? Игорек, ну как повешу, не знаю. Подожди, надо вот сюда поставить, чтобы продырявить самое. Помой. Куда ты, да? А. Слышишь, упали помидоры. Ты поднимаешь тарелку уже мыли, царю. Куда ты помой? Еще кажут, что я. Это самое. У меня... Я такой, знаешь, тоже так стол сервирую по уродливому, по-моему. Хлеб порвал, помидоры. Это рыба засолил вчера. Сам солил, кстати. Пробуйте рыбу, Игорь. Если ты не будешь есть рыбу... Подожди, ну вот будь человеком. Ты задрал нас со своими исповедью уже. Я тебе трахну сейчас сковородкой по голове, и твоя вера дело закончится. Дело не в этом. Видишь, я до сих пор не ослаб. Я имею агрессию, имею силу. Леша, не слушай. Вышкребсти из себя, вот из себя. Чтобы... Игорь, Борис, слушаешь? Игорь, там... смотри, у меня есть пюре. Пюрешку давай. Все. Две ложки. Хорошо. Половиной. Одну, все. Все, да спасибо. Нет, еще. Да стой, еще там. Да. Дай, иди и ложку. Нет, потому ну, что и... ну, мне достаточно, я не хочу. Леша, я тебе, значит, остальное высыпаю. Не, ну, Самвел, ты мне тоже, я то и сейчас Игорю пересыплю. Так, ты ешь, потому что
Не зачиняй, у мене перевкусне должно бути. І сосиски тут. Так. Що ви шепчетесь? Я хочу суп твой больше. А що це, колбаска? Так, какая колбаска? Вот, тут... Зайчик, і ти на столі сидиш. Так, це, Леша, твоя тарелка, то твоя. Кстати, мы с Лешей хотим на кладбище поехать. Когда? Когда-нибудь, потеплее. Ну, сходим, чайку проведаем. Вот хлебушек. Так, сейчас, подождите, я... Ой, а можно вилочку? Сейчас, Игорек, сейчас, сейчас. Нажать на кнопочку. Перед тем, что? Ну, перед тем, сейчас открывать, на кнопку нажать, там воздух выходит, да, открывает. А ты ешь? Вообще-то, ты ешь? Да, да, я вот буду хамон, рыбу. Что вам дать что-то? Я тебе. Я не буду картошку. Ну как это? Ты вам... Нет. Нет, я... Леша. Ты будешь молиться, чи не? Да, я уже молюсь. Так. Да я не бачу. Он Леша стесняется, он специально мне отдал. Давай. Нет, Леша, ничего не стесняюсь. Да, попробую. Я не стесняюсь, Леша, просто ну, не хочу. Нет, 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 но я не хочу, ешь. Игорь, ну мне много, но мне взорваться. Все, тихо, веди Боже. Себя прилично перед камерой. Да, вот именно. А то там все подмечают, знаешь, вот это тонко вот так смотрят. Тонко. Как через пенсне такой линзы. Так что ты веди себя культурно. Ой, Игорь, тут, знаешь, найдут, что обосрать. Переживай, не переживай. Тут... Я главный раздражитель. Ты рыбку сделал, рыбка вкусная получилась. Я главный раздражитель, так что вы не бойтесь. Намолився. Блядь. Ой, прости, Ось. Ой. Из сервиза, чи шо? Да. Одну, первую я расхекал. До этого никогда не разбивал я. А куда ложить? Да куда, в мусор. Может, склеим? Да, сраки, склеись. Я шучу. Так, вот это что? Это выкидывайте. Так, сейчас мы... Ой, боже. Мене все, мене сразу, я знаєш, я от і все, я, у мене вже це ступор. Я шёл вже, понимаєш, шёл для чого? Щоб дати яйця. Ой, на холодильник обрыгало. Я шёл, знаєш, щоб от эти от думав, тут молився їхати. А я хотів от эти вот так красиво, щоб поставити. Ну це для смяток надо, да? Ну, наверное, ну, все равно красиво. Та придет домоуправительница, уберет в понедельник. Домоуправительница. Домоуправительница выйдет. Что ты руками робишь? Ну, а как ты закрывать будешь? Да, Игорь, это же надо тряпкой вытереть. Не ругайся. Где вот тебе тряпку? Ой, сейчас я принесу. А він думав, що правда, я сказав, що жінка витре, воно буде стояти до цих пор. Знаєш? До вторника буде в мене ото стоять, да, заригане? Ти вважаєш, що я такий, да, засранець? Ну, що це до вторника, ти думав, що так і буде, да? Да. Ай-яй-яй-яй-яй, Ігорь, яке ти обо мені мнення? Ну там на кухні є тряпка, можна її? Та бери любу, я ось тут вибираю мене куча тряпок. Та хто там зводе ще? Хто там? Хто там, Ігор? Коля. Да, Коля, алло. Ой, та у мене всім ще ж концерт. На полчетвертого это ми собираємося до директора. Вот. Потом на 4 награждения. Потом всем... А, не, не всем, 6 концертов сначала. И у мене там в первом отделении. Игорь, там осколки. Нет. Я разбив. Давай, добре. Ой. Что ж ты... Маленечек есть? Да есть. Давай, что ты сделаешь. А, вот, вот, вот. Да вот он. Леша, лежит. Конечно, добежал, уже дошел. Леша, достань, пожалуйста, цветы из того это, гробика. В коридоре. Гробик. Ой, стену. Шикарно. Как будто ничего не случилось. Да.
Там он ваза, смотри, Люба, он на окне. Где-то выбери вазу. Ой, давай, у тебя как руки выросли откуда-то. Да дверь не наступил, вот это подми. Там еще осколки. О, красывался. А куда же? Туда? Не, Леш, цены подойди, она, видишь, низкая. О, так. Там в углу дальше вазы. Ой, боже, ничего не могу понять, что сделать. Ну что, ну разбил, ну ничего страшного. Да потому что я хотел... Давай сюда я наберу. Я ж хотел, как, знаешь, туда? Ты молился, я дивился. А ты кажешь, там на скатерти вам страшно есть, обосрусь. Тут найдут за что обосрать. Не переживай, без вас. Так. Кого? Ну, возле двери, Игорь. Внутри комнаты. Я не понял, у тебя что, две машинки стиральных? Один живешь, а две машинки. Игорь, то сушилка. Как будто ты отец героин. Игорь, то сушилка. А, отец героин. Дурачок. Так что, мы стрели так, вот так. Так хочете так. Так, ты меня хорошо вытер. А что, плохо? Не знаю, сейчас я проверю. Он, глянь, дресня. Где? Он. Какой там дресня? Угу. Так как ты хотел до вторника оставить, это вообще он. Не годится. Ты думаешь, я такая свинюта, свинота, что... Да, так я сказал специально. Что ты не откладываешь? Ну, я не знаю. Конечно. Самвел, а ты хочешь? Кого? Конечно, он хочет. Для такого леча. Никого леча. А, я знаю, что я потянулся, думал клубнику достать. Тут у меня 4 клубнички, она мыта. Съедите. Это Самвел. Спасибо. Так. И будешь так. Есть суп? Да, я хочу суп. А как? А, ты говоришь открыть? Да. На кнопку. И потом откручивать. А, да. Уже откручивать можно. Так, сейчас я достану кастрюльку. Слышишь? Да, да. Конечно, это богатая и ухоженная. Какая? Вот это вот. А, да ну ее надо за ней балакать. Так. Тоже не, чтобы ей интересно не было, не. Она не пойме, прошу. Ох ты, я с пельменями. Угу. Горячий? Ну, в термосе же был. Я тебе налью супчик, Люш. Не, точно? Ну ты шо? Еще сверх того. Самвел, а что ты тут складываешь? Вот это вот. Где? Это пазл. Не, ну я знаю. А, вот котиков. Так смотри, это вот такая большая, вот она. Видишь? Да, я понял. Вот так. Ты котов складываешь, потом что делаешь? Ну, ничего не делаю, просто для времяпровождения так иногда. Да. Спасибо за цветы, это прислала Екатерина из Дальнего Востока. С Днем театра тебя, наш любимый артист, блестящий ярких ролей. Тебе пусть судьба восхищается, аплодирует и щедро осыпается цветами любви. Счастливо тебе признание и успехов, Екатерина. Спасибо, Катя, вам большое. Ничего себе, с Дальнего Востока. Кстати, так она ж тут, наверное, заказала, да? Не, ну конечно, она из Дальнего Востока пришла. А Читаж это Дальний Восток? Чита это Читинская Народная Республика. Да нет, это не Дальний Восток. Ну моя мама с Хабаровска. Ну это Хабаровская область. Вот Хабаровск, да. Ну это Хабаровская область. Хабаровск это не Чита. Хабаровск это не Чита. Хабаровский, я так спрашиваю, дальний вас. Ну да, Милочка, разбил в твою тарелку, я мряха-муха. Я вам йогурты хотел. А я йогурты достав, не? Ну зачем ты ей рассказываешь? А зачем уже все? Давай уже это сам. А где йогурты? Я доставал. Куда? Не надо, мы уже наелись. Седай. Подожди, я же доставал йогурты. Куда они делись? А, вот они. Вот йогурты. Вот это сейчас взял все в руки, то. Вот то, что надо было, чтобы мы снимали. Так, я сейчас суп наливаю. Так, все. Я буду супчик, ты да, с удовольствием. Так, а где мне тарелку взять? Давай, тебе налить что-то. Да подожди, не, седай. Седай ты ешь-то. Не, мальчик, у тебя. Был. Ты после Томаса тебе надо завести сервала какого-нибудь. Сервал это типа лань такая большая. Здравствуйте, это кошка. Типа рыба. Сервал такая. Это не лошадь? Как тростниковая кошка. Сервал это кошка, да, дикая. Ой, класс суп. Классно, кстати.
Ну я сейчас тоже я подогрел его трошки. 8 с чем-то. Ну это термос. Я трошки подогрел. Вот это с широким этим. Так, все, приятного аппетита. Мы эти термосы, у Самвела тоже такой был. Мы два купили. Мы ездили во Францию первый раз. В центре купили здесь, да. На Туполе. Да. И с тобой это первый раз мы взяли их? Первую поездку или нет? Нет, не в первую. Тогда у нас не было. Это уже была вторая. Вот это когда... В Польшу, наверное. Когда поехали, мы взяли уже термос. Да, да, купили здесь. Открывай! Ну что ты... Ну, поднимай. У меня палец повредил он сильно во время спектакля. Прям у меня кровина как хлынула. Я зацепился за двери там. Открывал дверь, где входит ведьма. А там чехвозь. Я прям как распорол, бля. И прям... Да чтобы не брызнула на тебя. Вот уж. Не, на нет? Меня ладно. Вот на твои красивые... Да что на меня? На футболку брызнет. Сказать, я тебе постираю, а ты что будешь делать? Так ты им объясни, что я, чтобы не обидеть хозяина, я пошел. Кому им? Твоим. А что ты о них думаешь? Вот ты сидела и думаешь, что скажут. Потому что они ж пишут комментарии. Ну хай понимаешь? Пишут. А ты что читаешь? Я не наверное, читаю. Мне да? Доносят. Читаю. Мне доносят. Кто? Света? Еще... Света читаю. Соседка наша, она увлекается. Там. Да? Говорит, я бы замуж за него даже вышла. Ой, ну это такая рассказка. Люда. Ну я серьезно. Ой, ну такая уже чуть чеше, обышу. А на него вышла. Так, я хочу, чтобы вы знаешь, что попробовали. Не брезуйте, это все да, красиво, это некуда, все с холодильника. Ну, шака, это без сахара. Вот. Это чак-чак. А что это? Ты тоже не ел никогда? Нет? Это не сладкое? Сладкое. Это не сладкое? Вот попробуйте. Это чак-чак. Это татарское или башкирское национальное блюдо, сладость. Вот такие они выпекают тесто, жарят его и медом заливают. А тут пахлавычка такая медовая. Это мне зрительница делала. Ну, я не знаю, что это. Вы тоже знаете. А ты бы спел бы с соседкой с людей? Ну, в смысле спел бы, а что? Она поет? Да, ну, соседка его. Конечно. Но она же эстраду поет. Ну, ты бы спел? Но я же эстраду не пою. Спать. Не, ну тут такие. Нет, ну зачем, к чему? Она профессионально поет эстраду. Подожди. Где профессиональный? А ты уже встретился с Лешиной протеже, нет? Нет, нет, нет. А ты же говорил. Нет, я не говорил. Я такого не говорил. Я такого не говорил. Что ты сидишь написано, воду каламута, понимаешь? Зачем он это делает? Чтобы поднять для хайпа на черт канале. Черт ты что, тролль. Я встретился с такой-то девушкой, и мы поем песни. Что ты брешешь? Я никогда такого не говорил. Та девушка, что мне предлагала? Ага. Я ей знать не знаю. Я сказал, что я могу как бы сам туда предложить, но не знаю, нужно ли ему это. Мне не нужно. Самвел, она да. Говорит, у меня нет его контактов. Я говорю, я спрошу. Я тебя хочу попросить. Давай. Расслышу. Я хочу, чтобы ты меня научил шпаклевать и цементировать. Можешь научить? Цементировать что? Вот у меня лоджия кирпич. Ну. Я хочу взять цемент, песок. А штукатурить? Например. Игорь, ты сам не сделаешь, это не научишь. Почему? Ну как научишь? Ну, чтобы научить штукатурить, это надо 20 балконов поштукатурить, и тогда ты, может, что-то научишься. Не, ну как тебя научить? Ну скажу, Игорь, вот так бери, кидай, вот так затирай. Ты можешь это делать? Я могу. Вот покажешь мне, я буду... Короче, тебя он хочет нанять. Не святые, нет. Показать пару раз. Не святые горшки. Не святые, святые. Вот я пойду на пенсию, буду штукатурить. Игорь, для того, чтобы научиться штукатурить, я работал 4 года маляром штукатуры. У меня третий разряд штукатура. У меня. Но я тебя не научу. Я тебе покажу, как ты начнешь делать, а не так. Это надо, знаешь, какой опыт, какую квадратуру переделать, чтобы потом только начать делать качественно. Другими словами, ты мне предлагаешь заштукатурить тебе балкон. Нет. Я тебе как даже... показать? Я тебе, ну, бляв будет у тебя. Ну тебя не получится, ты испортишь все. Ты набросаешь цемента, будет неровно, криво, оно потечет, треснет. Ты не сделаешь так, как надо. Когда учатся штукатурить, есть мастер, а есть человек, который учится. И вот он ему показывает, тот делает, тот поправляет. И вот так он его учит несколько месяцев. А не то, что я тебе покажу 2 раза и пойду домой. И у тебя раз будет получаться. Это навык надо, это надо работать постоянно. Пришел к стоматологу, покажи мне, как... Да, как пломбу делать. Ну я да, покажи, как петь, вот так, и пой. Повороте пришел. Это то же самое, не сделаешь ты.
А я не возьмусь за штукатурить. Почему? Потому что это тяжело. Не выспавшись, нифига, вчера летучка, у меня такая бессонница. А ты во сколько сегодня встал? Ну где-то в 8:30. А я в 7. А у меня бессонница, наверное, 4 до 4. Вот вообще не мог, не мог глаз там, и крутился. Переживал, как создать убедительный образ. Да я нет, дома. нет, оно вот после летучки, ты знаешь, в голове крутится, не можешь. Ну да. У меня такое бывает, что я посреди ночи просыпаюсь, ну, думку переворачиваю, и у меня вдруг текст вылазит. Я вчера вот это часа в 3 встал, начал рыбу разделать, потому что после меня, кстати, красная рыбка заслужена. Это. Вчера такой спектакль, знаешь, так, таких было много казусов таких смешных. Допустим, Еременька сидит такая, говорит, я говорю, Эмма, бедный Гектор, я так его любил. Она, Гектор, почему Эмма? Я говорю, да, Эмма это жена Шульца. Я знаю, что жена, но Генрих мне сказал, что собаку Шульца зовут Эмма. А вы говорите Эмма. Я сказал Эмма, да. Я сказал Гектор. Это Богач? Не, надо, Еременька. Она потом говорит, ой, я, наверное, там мне что-то не то сказала, но я не стала думать, потому что если бы я начала думать, я бы все забыла. Да. Надя, конечно, молодец, она феноменально. Ну, получилось. Я не стала думать, я там что-то не то сказала, говорит, я себе, я просто не стала думать, потому что если бы я стала думать, я все забыла. Это ж все весь прикол. Сережа. Что тут тумблер, мужик, а вот это что за, это не работает? Я тебя прошу. Посвети мне стул, я хожу ищу, я не вижу стул, я там все ноги побил уже. Игорь, смотри, он находится вот здесь сейчас. Вот он. Ага, вижу стул. Вот там стул, только, Игорь, смотри, очень аккуратно, потому что тут на стуле горб мой и маска, чтобы она, если ее не будет, я ж не переоденусь. Так, а как, конечно, вы не... Ну, подожди, так мне... Ты выносишь, а туфли ставь вот все на землю. А это так я оставляю? Чтобы я сесть, да, чтобы вот этот... Подожди, а членик, это все так и остается. Я на цей членик сяду. Все, так подожди, поставь тогда как положено. Да, ты вынесешь, а туфли положишь под низ. Да. А я когда пере... Не, вот сюда его поставь. Ясно. Только чтоб вот так, чтобы никого не травмировало. Так, на какое место? Вот чуть-чуть, ну вот так вот ставь, да. Чтоб не сильно далеко, да, не сильно в глубину. Ну что, не сделали печку? Не работает. А ничего не работает, Игорь, нет. Ну так а как это нет? А кто за это отвечает, за печку? Виктория, ну скажи Клепачу. Виктория должна была все проверить. Скажи Клепачу, не работает печка. Что это? Тяжело делать печку, чтобы работала. Хай вызывают электриков, делают печку немедленно. Сережа, да. Не работает печка, пусть сделают печку. Вызывай там электриков, столяров, плотников, кого там. Хай делают печку, там два проводка. Не, ну что, не так? Хай подойдут к печке и сделают. По-человечески. Все, звоню электрикам. Я так надеялся, что я сегодня не буду. Понимаешь? Нет, надо танцевать. Когда? Вечером? Да, танцевать. Я должен выйти в песни моряка. Я говорю, зачем вообще этот... Вот это, ну ладно, танцули, танцевали, спели бы песни моряка. Сама Любочка подтанцевала вместе с Гудзем и все. Зачем финал первого действия? Ну зачем финал? Для чего это? Массовый номер. Ну что там в нем? Что ну, там в нем? Электрик. У нас все массовые номера. Ну зачем они надо? Сейчас работает, сделали печку. Да, все, пошли. Все, сделали. Вот это друг. Вот это, да, да, работает. Сейчас, Игорь. Работает, да? А как ее включать, покажите. Не, включать куда? За вот этот тумблер? Вот тумблер. Вот, куда? Вот. Ну, а у нас не работало. А теперь выключите. У нас работает. Ага. А вы, то есть вы ничего не делали, оно само включилось? Ничего не делали. Игорь, а ну включай нормально, давай. Вниз тумблер. Ты так делал, или нет? Делал.
И что, не работало? Ну ты видел же. Это, может, ты не нажимал до конца? Здравствуйте. Шороху наделал. Ну и правильно. Нас ненавидят короли за колдовское зелье, за чародейство, бедовство бросают в подземелье. Они не знают колдовства, высокое искусство, творить простое волшебство, такое волшебство. И не играет. Может, назад отходит и больше. Маленькой станет. Девчонку ты привёл сюда! А? Мы вспомним, что как есть. О, дорогая госпожа, мой ужас не сожалей. Дрожит от ужаса душа. Какое наслаждение! Как интересно. О, нет, застала вас случайно. И я не знала, как мне быть. Ой, мне же на эту сторону надо. Не открывать, спросила тайну. Не лгать, а лишь не говорить.